объявлен конкурс на соискание ежегодных премий губернатора Московской области в сферах науки, технологии, техники и инноваций. Участвовать могут граждане Российской Федерации или группа не более 10 человек, осуществляющие деятельность на территории Московской области. Достижения соискателей должны соответствовать приоритетным для Московской области направлениям развития науки, обладать новизной. Кроме того, достигнуты в последние 5 лет и документально подтверждены.